Дорогие мои хорошие, сегодня 3 дня уикенда, и мы поехали путешествовать в Аризону из Калифорнии. Пока отъехали только немного, 2 часа от дома. Мы находимся в районе Palm Springs and Desert Hot Springs. Как вы видите, здесь огромное поле с ветряками, о которых я расскажу попозже. Мы выбрали необычный маршрут. Сегодня мы едем по 10-му фривею, поедем по 8-му. Будем останавливаться в интереснейших местах. Они не туристические, может быть, они не совсем приятные. Но я за свои 24 года жизни в Калифорнии очень хочу их посмотреть заново и показать их своим близким. Оставайтесь со мной и поехали! Сейчас проезжаем через Сан-Гаргония Wind Farm, ферма по производству ветра. Здесь находится около 4000 ветряков, оригинально которые были здесь установлены еще в 80-е годы. Что самое интересное, можно сказать смешное, что жители, хотя американцы такие прогрессивные еще, в те 80-е годы были абсолютно против этих ветряков. Они жаловались мэру, подавали в суд. Они говорили, что это загораживает вид, загораживает горы, вообще они против. Но сейчас это достопримечательность, и полностью эта территория обеспечивает себя энергией. Некоторые ветряки сломаны и не работают, их будут заменять сейчас. Новые ветряки, они производят в 2 раза больше энергии, поэтому такого количества ветряков, как сейчас здесь находится, уже не нужно. Стоит один ветряк около 300 тысяч, и высота его 50 метров. Где-то размах крыльев ветряка самого около 24 метров. Ну а мы направляемся в сторону Salton Lake. Это самое большое озеро в Калифорнии, но, к сожалению, умирающее. Приехали на Salton Sea озеро. Как вы видите, людей нет абсолютно. Остановились просто на дороге. В нескольких местах остановимся, чтобы вы смогли получше рассмотреть. Все, конечно, как выжженная земля, сухо. Сегодня очень жарко, 45 градусов, ну, 41 градус в Лос-Анджелесе. И здесь, наверное, еще, не знаю, на градусов 10 больше. Буквально остановились показать, посмотреть и поехать дальше. Это совершенно отвратительный запах. Стало подходить ближе к воде. Даже вот не хочется идти. Ужасный запах. Хотя еще есть какие-то птицы, что удивительно. А рыба здесь умирает очень большими темпами из-за солености этого озера. У него 44 грамма на литр воды. Это сольнее, чем вода в Тихом океане соленая. Она где-то 35 грамм на литр воды. И что самое отвратительное, это то, что плохое. Соленость этого моря, озера увеличивается с каждым годом. На 0,5%, на 1%. Зависит тоже еще от сезона дождей и сколько выброшено в него отходов от агрикультурных разных мероприятий, потому что здесь, в этом районе, недалеко находится Коачелла Валли, и это место знаменито тем, что эта долина, она очень плодородная, выращивает огромный урожай для штата Калифорния, Америки на экспорт. И выращивается в огромных масштабах, то есть 95% всех фиников выращивается в этой долине в Америке. Также есть здесь поля и арбузные, дыни, винограда столового много, брокколи, перцы, зелень разная. То есть от цитрусовых очень большой набор цитрусовых деревьев. И вот стоки, которые с обработки этих полей, они сбрасываются сюда.
Очень много можно рассказать про это озеро. Я думаю, что оно похоже, его история, может быть, на Аральское море чем-то высыхается, линеет. Не знаю, как спасти. Но место очень интересное. Я когда первый раз увидела его объемы, меня они поразили абсолютно, потому что, как сказать, когда живешь в Калифорнии, ну там Salt and Sea, это какая-то, я всегда думаю, это какая-то маленькая лужа, какое-то грязное место, которое даже особо никто никогда и не обсуждал, или многие не знают. Но когда я приехала сюда первый раз и увидела объемы его, это, то есть в ширину 24 километра, в длину 56 километров и глубина 16 метров, меня очень поразило это место и насколько оно как бы wasted, но абсолютно безжизненное и неиспользуемое, к сожалению. Мы продолжаем наше путешествие по озеру. Как я уже говорила, у него длина 54 километра и ширина 24, глубина его 16, то есть это абсолютно гигантский объем воды, гигантское озеро, к сожалению, бесполезное, безжизненное. Приехали в очень интересное место, ну как интересное, такое необычное, Bombay Beach. Дальше покажу вам, что мы увидим, и потом мы поедем в Слапси, еще интереснее место на этом побережье Солтенси. Это место было супер популярно, Bombay Beach, и вообще вся прилегающая территория озера была супер популярна в 50-е годы, послевоенные годы. Тысячи туристов из Сан-Диего и Лос-Анджелеса приезжали в это место, потому что вода здесь была не соленая, можно было купаться, плавать, здесь запустили рыбу. Начал здесь сюда вкладывать инвестиции один промышленник из Техаса, который владел нефтеперерабатывающим производством. Строились гостиницы, дома отдыха, запустили рыбу, построили яхт-клуб. Люди приезжали сюда на лодках, отдыхали. Это было очень популярное место. Но дело в том, что с тех пор озеро стало соленее и соленее. Вода все безжизненнее. Рыба умирала, птицы умирала, туристы уезжали. И теперь это абсолютно заброшенное место. Здесь живут люди, уровень жизни очень бедный. Но повсеместно мы видим всякие разные инсталляции. То есть живут люди хотя бы бедно, но очень талантливо и с такой артистической жилкой. Поедем сейчас, покатаемся, посмотрим, как живет городок Bombay Beach и вообще Salton City, что за поселение находится вокруг озера. Ну, вот как вы видите, за окном картина удручающая. Конечно, люди живут очень бедно. По статистике здесь около 30% домов – это брошенные дома. Хотя население растет. За последние 15 лет население увеличилось с 1000 до 5000 в Salton City. Связывают с тем, что многих людей притягивают сюда то, что здесь очень дешево. И вторая причина – это то, что здесь построили казино на индейской резервации, и у людей появилась работа. Ну, какая бы работа ни появилась у людей, по статистике, здесь доход у населения очень маленький, от 20 до 30 тысяч долларов на семью в год. Это очень низкий доход. Причем у мужчин 2-3 раза выше, чем у женщин. У мужчин от 20 до 30 тысяч в год, у женщин от 4 до 14. По американским меркам это вообще запредельный низкий доход. По калифорнийским я уже вообще молчу. Но вы сами все видите, в общем-то, как говорится, тут и объяснять ничего не надо. Я посмотрела дома, которые есть на продажу. Было 8 домов выставлено на сентябрь месяц. Самый дешевый 30 тысяч стоил, самый дорогой 240 тысяч долларов. Что для этой территории 240 тысяч долларов, я считаю, что это как бы переоценено, можно так сказать. Есть планы по спасению озера. То есть я как бы надеюсь, что в нем заживет жизнь, потому что сейчас оно умирает, 97% рыб умерло. А птицы перелетные, которые сюда прилетают выводить птенцов на зимовье, а им не будет рыбы есть, они тоже будут умирать, потому что вода на дне образуется как бы ядовитые испарения. И есть планы. По одним данным есть около 100 миллионов долларов на спасение озера, по другим уже 220 миллионов долларов. Но если честно, я никаких работ не заметила. Хотя есть несколько планов, там создавать оазисы с пресной водой, чтобы перелетные птицы было, где им все равно прилетать на зимовку, их сохранить в популяции белого пеликана. А есть планы, там, я слышала, перекинуть воду чуть ли там не из Мексиканского залива, Sea of Cortez. Но пока я никаких работ не видела, если честно. Но я очень надеюсь, что какие-то планы, как бы они привлекут сюда новую жизнь.
если даже это будет связано с полной засушкой озера, что опасно. Да, это стоит очень много денег, чтобы превратить эту территорию в более жизненную, так сказать, и не потерять животный мир. Но самое опасное – это то, что бояться то, что если это озеро, так как оно усыхает с каждым годом, на его дне образовались ядовитые вещества, и они будут, как бы это пыль. По мере усыхания озера дно будет все более как бы приближаться к поверхности, приближаться, и пыль будет разлетаться на сотни километров и как бы отравлять все вокруг. Особенно это будет опасно для пожилых людей, для людей с легочными заболеваниями, астмой. И уже исправить эту как бы причину по здоровью людей, это будет стоить уже миллиарды долларов. Вот такая история, вот такое место мы сегодня с вами посмотрели. И мы сейчас направляемся в Слаб-Сити, последний город свободы или анархии в Америке, в котором мы с вами встретимся в следующем выпуске.